Здравствуйте, Рав, мировой Кли. Вопрос такой. Это более-менее вопрос, похожий на предыдущие, касающийся того, как мы можем все вместе прийти к возвращению. Все мы обратили внимание на то, что нет никакой возможности в мире убежать. Если мы концентрируемся на вопросе, что со мной происходит, так мы хотим все убежать, и мы чувствуем, что мы просто как бы в наручниках и ничего не можем сделать. Мы видим, что происходит в мире, мы должны быть вместе друг за друга, чтобы сделать для всего, для всех, привести всех к добру. Как нам делать это все вместе, давать хороший пример друг другу, быть в этом желании, которое мы должны показывать друг другу? Что мы можем еще сделать? Есть что-то, что мы можем еще сделать, чтобы прийти к этой точке? Мы все находимся в этом. Ладно, мы учим это уже долгое время, что только объединение между нами требуется от нас. И в соответствии с тем, насколько мы действительно приближаемся друг к другу и соединяемся друг с другом в десятках, в наших группах, в соответствии с этим Высший Свет становится соответствующим нас, подобным нас, нам и облачается в нас согласно подобию по форме. Мы хотим доставить наслаждение друг другу, помочь друг другу, быть как одно целое, мы тогда соответствуем Высшему Свету, потому что Он один. В той мере, в которой мы приближаемся к Нему, конечно, мы не можем быть как Он, потому что Он просто один, а мы только стараемся быть как одно. Но все-таки согласно нашему мере нашего старания, насколько мы стараемся, насколько мы хотим, насколько мы просим быть как одно. Творец помогает нам, сближает нас, и в этой мере мы проходим уровни, ступени, сближение, эти ступени, сближение, быть как один человек с одним сердцем, это 125 ступеней отсюда и до окончательного исправления. И мы должны стараться сами сделать все, что возможно, это то, что мы учим. С помощью каких действий мы можем приблизиться. И также мы должны просить у Творца, чтобы Он сделал это с нами, чтобы помог нам. Можно еще вопрос по этому поводу? Когда мы говорим, что мы должны, объединиться вокруг этого, насколько я понимаю, это то, что называется монетка, как монетки собираются в большой счет, что мы собираем все эти хисароны, когда мы не можем сами это мы представляем Творцу, чтобы Он смог превратить злое начало в доброе начало. Спасибо, Рав. Верно. Насколько мы сближаемся больше друг с другом, мы чувствуем, насколько у нас есть еще такие свойства, которые нам стоит сблизить друг с другом. И мы об этом, на это тоже просим. Каждый раз, чем больше мы приближаемся, мы чувствуем, что есть еще чем улучшить объединение между нами. И так мы находимся всякий раз в процессе сближения и соединения, и вместе с этим, с одной стороны, и вместе с этим, с другой стороны, мы раскрываем, что у нас есть еще в чем приблизиться и продвигаться.